все в воде было, видите? Села, вода ушла, вот откуда воды было. Я говорю, что носки надо одевать, теплые. В протоке Светлый вода не двигается, лед стоит на месте. В доме вода, нигде жить. И дождаться не можем, когда лед этот уйдет отсюда, река когда пойдет. Курган хорошо подготовился? Очень хорошо, мне кажется. Раньше не готовились так. Конечно, кому же это понравится? Новости? Нет, никаких новостей нет. Не подъехать не же. Не подъехать же, там точно затопило. Здесь нам дали все необходимое для того, чтобы находиться здесь. А также очень вежливый персонал. Сменить обстановку – это всегда хорошо. Тем более я в отпуске уже не был 20 лет. Сейчас отдыхаю. Мы выехали раньше, как только начало подтапливать. Вот здесь вот вода начала переливаться через дорогу. Мы поняли, что уже оставаться нет смысла. Пока есть свет, электроэнергия, вода, пока здесь будем. А так, конечно, готовы к родственникам. В любой момент готовы нас принять. Сегодня мы, получается, кучу раскидали на той половине. Дамбу начали оттуда строить. Все, пошли до сюда, дошли. Одни с одной стороны, другие с другой. Там сейчас продолжают, дальше они работают. Милиция и все. Сейчас сюда пойдет кто-то.